Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами мастер, с нами Чиф. Ну-ка, прыгни еще раз. Ну, ладно. Просто хорошо, мастер как-то прыгает странно, он так ноги себе поджимает, как девушка. Вот. Видишь? Короче, мы тут уничтожаем генераторы. Два уничтожили, один остался. А вообще мы собираемся взорвать это кольцо Хала к хренам. Ну, оно как оружие, оно уничтожит всю жизнь галактики, поэтому лучше мы уничтожим его. Не то, что нам жизнь галактики жалко, просто... Ну, просто мы как бы находимся в ней, поэтому умирать-то не хочется. Не, ну мы мастер Чифа, нам вообще плевать. Как, не, мы, ну, как, да, мы как медоеды. Чифа. Просто суть в том, что мы не позволим ничего сделать без нашего разрешения. Вот. А среди прочего нам нужно найти еще капитана, потому что только капитан может включить самоуничтожение генератора на корабле, перезагрузку его. А капитан мы не знаем где. Ищем капитана. Ищем капитана, ищем корабль, ищем последний генератор. Отзовитесь. Вот, и мы летаем, и я почему-то... Почему я выпал из своего корабля? What? Чё, тебя задавило, что ли? Не-не-не, я жив. Панель не работает, дверь не открывается. У нас есть подозрение, что у нас залагал... как это сказать, квест? Залагал задание, да, и по идее нам надо было сюда, но потом мы закончили серию, умерли, и как бы вот, и все, теперь тут нет квеста. Сейчас мы посмотрим еще пару минут, и в принципе мы как бы тут уже осталось не так много на этом уровне, если что, переключим на следующий, прямо у вас на глазах. Вся да. Магия будет твориться. Вот. Я еще сделаю такой звук, как бы, когда мы будем переключать, такой... Не, такой хтш, такой, типа, нет. Magic. Хорошо, ладно. Короче говоря, она нам говорила, типа, возьмите банши и летите к следующему заданию по туннелю. Вот да, туннель. Все. Можно проверить еще вот это вот здание, вот это вот, короче, колонна в центре. Это типа единственное место, дверь, где мы, по сути, не были. Поэтому сейчас можно проверить. Сейчас я попробую. Попробую. О, тут кто-то еще живой, что ли? Закрыта дверь. Короче, как вы видите, врагов-то тут уже особо не осталось. Это потому, что мы здесь уже минут 5 бегаем, не знаем, куда идти на самом мы деле. У всех, да. Тут дверь, она закрыта, других нет. Что ты не сдохнешь? Сейчас я убью. Так круто банши запарковал. Ты бы знал. Да, везет. Я запарковал, как обычно. Слушай, у них тут реально вот эти банши, они так заглядываешь внутрь, там приборчики какие-то. А, в первой части нет. В первой части не видно никаких приборчиков внутри. Так, ну дверь-то открывается, как бы. С этим проблем нет. У меня, по крайней мере, не знаю, у тебя не открывается, да? В смысле, вот ты в том тоннеле? Я не в туннеле, я внутри этой башни. Вот тут второй выход, там есть подъем наверх. Просто это нам ничего не дает. А, у меня дверь не открывалась. В общем, здесь... я все-таки предлагаю перезапустить, ну, то есть следующее задание начать, потому что, ну, тут мы бы сейчас, мне кажется, пролетели в туннеле и началась бы следующая миссия, да? Мы бы там просто взорвали еще один генератор, и это все, что произошло бы. Поэтому, ладно, сейчас мы с вами сделаем так, выйти. Давайте. Еще пока нет. А, ну ладно, скажешь, когда. Я наготове. Короче, я не знаю, это Halo Master Chief Collection, конечно, зашибательский такой удар по ностальгии, потому что графику где-то подкрутили, где-то просто сделали игру очень красивой. Но она постоянно плохо работает. Постоянно. Не работает как надо вообще. В общем, мы выяснили, где после того, как, собственно, мы убили, вернее, взорвали три этих генератора, и то яйцо, которое летало, нам помогало, оно было вынуждено их чинить. Мы купили себе немножко времени для того, чтобы, собственно, найти капитана. И капитан находится на корабле ковенантов. Что такое? Атакуйте корабль ковенантов одним киборгом и освободите капитана. What? Каким киборгом? Киборгом? Ладно, хорошо, будем атаковать киборгом. Как скажете. Эталонное время 15 минут, эталонный счет 25 тысяч. Но, как вы понимаете, мы пройдем за 13 минут, и счет будет 26,5. Потому что это мы. Максимальные эталонисты. Да, короче говоря, на самом деле вы тут ничего не потеряли. Потому что... Подожди. Она... Игра сломалась просто. В сети ковенантов абсолютный хаос. Если я все правильно собрала, их командование сказало всем кораблям покинуть Хала, когда они нашли флаг, но уже слишком поздно. Но они захватили уже этот корабль и выключили его. К
Ковенанты очень боятся Флада. И они боятся, что они починят этот корабль и убегут на нем с Хейла. Ну, то есть Флад. И еще на этом корабле капитан Кис. Он живой. Его имплант мы засекли. Ладно, она нас, короче, переносит настолько близко, насколько может. Отлично. То есть все это время эта женщина могла нас перенести сюда. Да. Координаты, говорит, неправильные. Ой, извини. Слушай, это тот корабль, с которым мы на абордаж который брали. И смотри, с таким с огненным освещением. Графон выглядит вот тут вообще так очень круто. Ой! Спасибо, Джек. Меня только что уронили вверх ногами, и теперь еще вот это вот. Иди вперед. Прости, Чиф. Чиф, не будь дураком, оставь меня. Смотри, тут до хрена уже. Капитан. Я потерял его. Я Чиф. Я есть. Мы капитана Киса ищем. А я есть Чиф. Ищу капитана Киса. Капитан. О, господи, вот меня напугала эта хрень. Капитан Кисенька. Человек, блин, героический, а ты его тут, ну... I like that, капитан. Напрасленно проводишь. О, короче, Джек такой вот вообще чиф. Он киса-киса. Короче, он весь киса. Корабль запружен. А что ты... Что-то в яму, что ли? Только не говорите, что я сюда... А, типа сюда и надо было упасть. Ладно, хорошо, вроде как мы тонем. Здесь какой-то вообще хаос происходит, Джек. Че? Выплывай, Джек. Давай выбираться отсюда. И найдем путь обратно на корабль. Я бегу. This is bad. This is very, very bad. Такая. Здесь вообще все очень неплохо. Так, граната! Между собой разбираются. Я рву вперед. Маленьких жалко. Маленьких горбатиков. Кстати, знаешь, как знаешь, как маленьких зовут? Как? Грюнты. Я есть Грюнт, они говорят. Они говорят, я есть Грюнты. Ой, меня убили. Окей, это со спины к тебе пришел диалог. Спину, да. Он спецназ, он умеет. Но так, это же не ожил? Спецназ, нет. А сейчас? Нет. Ладно, хрен с ним, даже тогда сейчас один нет. Я рвусь вперед, в общем. И все еще нет. Ну как бы врагов очень много. Вон, кота иди пока выпусти. Нет, он смотрит на меня и кричит, говорит, живи, чей. Вау, вау, я не желез, походу. Ты не желез. О, на что я нарвался, я даже не успел заметить. Сейчас будет страшный звук. Мой кот сейчас запрыгнет, и меня это будет страшно. Приготовьтесь. Все, он залетел. Я вообще ничего не слышал. Ну и зря. Ну и, наверное, зря, да. Ладно, let's get out of here. Come on. Let's get out of here. Chief. Get to the chopper. Follow me. I know what to do. I know where to go. Yeah. There's too many enemies here. John Connor. John Connor. I'm dead. Живой, скотина. Я тебе дам живой. Не вставать, япона мать. From the future. It came from the future to kill your son. Yeah. Sarah Connor. Yeah. Ох, япона мать! Да твою же дивизию! О, черт! У меня две жизни, как раз. О! А, аптечка! О! Короче, увидите, реально жестячина пошла. Так, плывем. По воде бежишь. А у меня выглядит, как будто я плыву, не ври. У меня выглядит, как будто ты просто по дну бежишь. Тебе вообще плевать на гравитацию. О, черт, я вообще не видел, куда бегу. Красиво упал. Так, мы где вообще находимся-то? Не сука. Мы опять с самого начала начинаем? Да. Мы охереем проходить это место. Так, блин, меня постоянно в спину убивают. Ты умер? Нет. Файн. Такой... Тим, спокойно. Мы выживем, не бойся за нас. Мы сможем. Короче, вот тут вот так пробегаешь просто, а вот тут сейчас будет напряженно. Фу, ты такая слизька. Слизька текет. Воу. You amazing. Yes, I am. I know that. Follow me. Together. Oh. Even with this. This. Oh. Аптечечка.
Жизки, жизки. Я ее не взял, кстати. Так, козлы, о... получите гранату. А вот тут у нас два раза больше шансов теперь. Забей, забей. I must protect John Connor. John Connor. Where? Right here. Come on. Arnold, wait for me. Японо, мать, тут еще турель стоит. Да вы гоните. Взрываю ее. Ей, я взорвал себя. Вау, я не желез. Нахер пошел. Запекатель в бок просто влетело. My Master Chief, I can survive that. Вау, я нихера не вижу. Я вообще не вижу, куда я бегу. Сам став. А, я снес себе щит. Молодец. Я, по-моему, упал назад, нет? Нет, вперед бежишь. Щит, живи, живи, щит. Нахер идите. There's a hell here. О, лифт, лифт. Я вообще не знаю уже ничего. Так, короче, на этом мы сможем подняться. Тут назад. Шоп, пресс, что? Я должен был что-то нажать, но не успел, видимо, это все еще один. Пресс X to win? Нет. Пресс X to respawn. Там зовут просто, я его боюсь. Ну, типа спецназ этих элитов. Да, да, ты один все еще. Ты упал опять. Я специально упал, чтобы они меня не убили. Надо было дать этим пройти туда. Слева сзади дробовик. Я херею просто, просто херею. Сзади опять стрельба. Охереть. За тобой сейчас никого нет, все клево. Да тут ничего не клево, все очень плохо. Клево. Так, те вроде сдохли, кстати. Нет, 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 нет. Маленькие засранцы за тобой бегут. Маленькие засранцы. Капец, он там в воду улетел. Почему я не лечу? Прыгай. Ух, ух. Это было, адово вообще. Пока я в кармане сидел. Мы на самом деле за одного человека играем. У нас раздвоение личности просто. Пора привыкнуть всем. Да. А я все так как-то могу. Нужно найти капитана. Мы ж тут были. Да, мы тут были. Все немножко изменилось. Теперь они все умерли. Ублюдки. Бастардс. Все, давай вперед. Мы сделаем. Мы сделаем так, как надо. Как надо. Раз на дверь запить, конец, мы не сможем взять это. Это тупик! Dead end! It's dead end! They can't get through here! Господи, тут реально какая-то мяснина. Yeah. У них там по связи вообще полный кошмар. Хорошо. Ой. Ладно. Ого. Вот это хорошо. Ой, зеленая дверь, 160 метров, бежим. Внизу максимальное количество врагов. В углах, смотри, говорит, они собирают тела. Им нужны наши тела. Та-та-та-та. Трап-тап-та-да. Come on. Все, кто, если не мы? Мы, если никто, другие. То тогда мы. В этот день, который вчерашний. Не только лишь все. Сможем сделать так, как никто. Приготовимся к земле. Потому что мы не они. Ой, черт. Ой-ой-ой. Брейнс. Брейнс. О, ты так быстро бежишь. А знаешь, мне кажется, они, кстати, вот бегут за нами, и это реально доказательство того, что у нас есть брейнс. Я думаю, что им просто плохо видно за скафандром космонавта. Окей. Они думают такие, о, это элитные солдаты такие. Ой, куда я упал? Куда я упал? Где куда, ты? Куда? Я в яму упал. Я в яму упал. Я за тобой в яму упал. Я маленький. Блин, все взрывается. Что происходит? Вообще паника такая. Мама дорогая. Вау, мама дорогая. No grenades. Что это было? Меня взорвало. И на меня налепилось много всякой пакости. Они такие мясистые. Нет. Блин. Ему далековато. Вот на этой штуке я провалился. Можно еще раз так делать? Нет, там, видимо, в специальном этом месте она. Ух, они такие отвратные, такие мясистые, фу. Они отмороженные. Ау. Ики-стики. Они такие ползали по телу. Слушай, мы достаточно далеко нас откинуло. Да пипец, мы там прошли всю игру, а они.
А вот они вот взяли и вот. Так вот они делают. Так тут дай был... патроны. Мужик с дробовиком. Чё ты у него пистолет-то взял? Чё? Dead. I have no idea. Gonna be dead. Воу, мне нехорошо. Cover my ass. Воу, теперь тебе нехорошо, да? Не-не-не, нормально, у меня полное здоровье, минимум щита. Я убрал их от твоей задницы. Хорош. Бегут. Не бегут. Бегут. Граната! А, ну да. Беги, Джек, не взорвись только. Нас сейчас опять кинет. Вон туда, в туннель, забей на них. Лол. Знаешь, что могу? А, умереть? Нет. Да. Так, если мы сейчас... О, чёрт, ну как же так? Сейчас она начнет прыгать опять. Я бежать. Я тоже. Я даже стрелять не буду, все. Мы пройдем эту миссию без единой пули. Спидран. Look in the corners. The blood are gathering, but it's here. Ратуби. Ау. Why so rude? No. Ау. Hell no. Все-таки пришлось немного потратить пуль. Окей. Сколько же тут пакости? Здесь слишком много пакости. И она такая пакостная. О, черт. Парам-пам-парам. Вот у тебя дробовик был, да? Вот, я тебя убиваю. Не знаю, что там у Джека происходит. По идее, тут должен быть дробовик, и он тут есть. Я... Блядин. Очень не вовремя. Очень-очень. Ты зашел в кухню. Ты ох ты, раз, два, три, четыре, пять. Короче, под конец везде можно пробежать без выстрела, а под конец уже реально адище, там надо стрелять. Да блин, вот ты пробегаешь, она начинает взрываться и взрывается уже на мне. Сори. У меня нет щита, да не, не в тебе дело, это в нем. Во, и дробовик улетел куда-то, а я бы его подобрал. What can I say? I'm a bad man. Я человек кровати. Да. Man on the bed. Вау. Всякое взрывается. Everything will be alright. Одна пипулька жизни не осталась. За мной там паровоз целый, небось, да? Ну да, вместе со мной во главе. Это было не очень. Ой. Да япона мать, что-то у меня сегодня. Таких не берут в НБА. Тут 5 миллиард. Я упал. И умер. Но нам, в принципе, туда и надо. Mm-hmm. Там много врагов. Mm-hmm. Да там маленькие засранцы только бы. О, я с тобой здесь. Mm-hmm. Да япона мать. Повик, блин, дзель. Че, прыгаем, да? Мафака! Ой, все плохо. Ой, там хереть вообще просто что. Грена! Ушла! Да, две грен! К нам тоже прилетело! Вижу, отошел. Ох, почистил тут, тут как. Я херею, так, тут еще столько же. О нет, маленький, беги! Бедный маленький. Он был еще так молод. Гренку кинул, отходи. Что это было? Holy shit. После твоей гранаты взорвалось еще три чего-то. Отойди назад. И чтобы я ожил. Eat my shorts. Как ты? Появился, нет? Я еще нет. Не знаю почему. Я уже тут мунволк делаю. Ну все, да, дальше. Вижу. Эти. Ладно, живи тогда просто. Смотри. Сейчас он умрет, короче, и как-нибудь по-глупому. Иди вперед, Джек. Смотри, огонь. Так, хорошо. Я просто думал, что ты появишься, раз. Я тоже думал, что я появлюсь. Ну что поделать, жизнь говно. Вот так вот, да. Стреляй. You wanna piece of me?
Не останавливайся, больно. Это было опасно, наверное. Я мало что вижу. Это было безопасно. Камера могла бы как-то свободной быть вокруг персонажа. Да, да, чтобы ты мог смотреть на что-то хотя бы. Вообще, вот это вот. Да пипец, кто сзади тебя двое. Отовсюду. Hell yeah. Hell yeah. Yeah. Ты чё, конченый, что ли? Да их тут охереть вообще. Сзади, сзади. I'm really pissed off. Я реально говорю, здесь отсиживаться на месте не вариант, они... Они я двигаюсь, набегают. я двигаюсь. 30 метров. 20 метров. Come on. 10 метров, 0 метров. Чё, дура, давай, мастер, спавни. С третьего уровня, говорит, сможем получить доступ. Я отдал тебе приказ, солдат, уходи. Он кричит от боли, нам нужно найти его. Ты, блин, дура, что ли? Чифа давай, фундмастер, давай мне. Чиф, ты справишься. Я чиф. Вот так красиво, кровь блестит. Кто тут стреляет? Кто только не стреляет, Джек. Джек, если ты сейчас умрешь... Я умру. И окажется в итоге, что мы начнем оттуда. Ох, нихера, да, ты умрешь, Джек. Маленькие, за маленькие, блин, придурки. Джек, я. Отфиг. Какой за вас-то? Ну, сысы я. О, нет. Понятно. Нет, чекпоинт должен быть там где-то. Нет, нет. Простите, но ну какого черта? Дура тупая. Все нормально. Дура все тупая. Все будет хорошо. Мы справимся. Это не потому, что она женщина, это потому, что она дура тупая. Срез. Серьезно, там был срез? Все это время? Ну просто спрыгиваешь вниз и где-то, наверное, минуты три выигрываешь. Блин, прикинь. Вау. Я сейчас глаза мои открыты. Я просто думал, мы разобьемся там как-то. А, у меня убили. Одновременно причем. Синхронно умереть, мастер и чиф. Это боль, это боль. А вы говорите, играйте на экстриме. Мы хотим пройти игру, а не челленджить ней. Мы хотим побыстрее до поздних частей добраться. Да, мы знаем, что Флад собирает здесь тела. Что поделать? Ты это нам шестой раз говоришь. Мы что, настолько тупые? Подожди, а что они делают? Мы не умные, да, ну и что? Дура! Граната там! Вау! Заранее говорить! Ну я как бы кинул, потом сказал, для меня это заранее, максимально заранее. Так, нам надо в яичку. Я в яме. Ну, нам в яму и надо. Ты мертвый? Да. Он очень мертвый, очень мертвый. Что там пишут, много врагов поблизости? Да. Теперь ты в комбате пишут. Теперь много врагов. Ебану мать. Теперь много врагов, теперь ты воюешь. Ладно, врагов. Придется. Воюешь много врагов. Хорошо, не будем спешить. Будем действовать максимально аккуратно. Я так. Потом новости в мире посмотрю. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грёбаные зелоты. Как же я вас не перевариваю. Ловите. Жизик мало, жизик. Вот он сейчас смотрит новости. А короче, вот он отреспаунится. Дайте ты, кстати, жизнь. Отреспаунился. Все. Хорошо, ты отреспаунился. Да. Я говорю, он сейчас отреспаунится и даже не увидит этого. Это я вообще. Что ты думаешь? Спина. У меня есть спина, да. Была. Уже нет. Япона, мать. Вы просто гоните. Трупы! Элитов. Официально заявляю, что вот этот момент чекпоинт, потому что чекпоинт был.
А откуда чекпоинт? О, я гранату нечаянно кинул. Он нечаянно. Мы просто убиваем элитов. Элиты падают. Вот эти мясистые штучки забираются на них. У нас появляется новый враг. Поэтому не нужно нам убивать элитов. Я предлагаю сказать этой картане, пусть сама идет на свой третий уровень. Пусть она виртуальная, ей норм. Выключает. Господи, мы отсюда просто не выберемся. Вали нахер. Мы выберемся. Знаешь почему? Почему? Ну мы же типа все равно пройдем игру, поэтому выберемся. А, ну, и пипец взрывается. Вот я в этот тупик тогда пришел и все, и умер. Я умер. Mm-hmm. Слушай, они такие красивые. О. Рвемся вперед. Пагнем, мы делаем, что можем. Да мы знаем, что это looks like another shuttle bay. Looks like the control is another level. We know that. Sorry, but your princess is in another castle. He's delirious. Mm-hmm. In pain, we have to find him. Mario. Mario. It's a me, Mario. Luigi. Ой, прости, я тебя большой. Граната там. Что взрывается? Граната, что еще? Все взрывается. Гранату кинул, ухожу, она сзади меня. Прости. Я ничего не вижу вообще. Ты умер? Так, останавливаться нельзя, они кончены. Та самая музыка, за которую араб. Там. Я появился, чекпоинт. Молодца, молодцовый. Реально, вот они там 10 минут чекпоинта не включали, держат за 5 минут 2 чекпоинта. Нормально, нет? Геймдизайн 2001 уровня. Ок. Уровня. Ок. Мы сейчас на 2014 уровне. Да. Скоро левел ап. Угу. Граната! Граната! Я не я, когда оконченный. Ой. Бесят, пипец. Они вообще не умирают. Я вообще не знаю ничего уже, я просто бегу вперед и стреляю. Это странно, такого, такого экшона я не помню со времен Сириус Сэма второго. А я реально... пошла. Ой, блин. Это он там от боли, капитан. Да? Капитан. Капитану нехорошо. О, черт, я что взорвался, взорвалось? Я взорвался и там все взорвал. Да. И меня взорвал. Ты меня взорвал. Я нет. Ты да. Я отказываюсь. Какие ваши доказательства? Все нормально. Мы просто бежим и побеждаем. Нет. Да. Ох, эти залы такие интересные. Просто выбраться. Просто выбраться отсюда. Выбраться и понамать. Что взрывать? У меня 4 жизьки. Жизьки. У меня 2 пи жизьки. Ок. Капитан. Питак. Я заблудился. Я вообще не понимаю, куда меня бросает. А спавнит куда-то не туда. Да, капитану нехорошо. А вот нам так вообще хорошо, просто прекрасно, я не знаю. Да вы чё, конченые, ты посмотри, сколько их там. Жив? Нет, сколько их там, ты видел вообще, нет? Пять! Чё меня все бьют? Короче, предлагаю, смотри, мы с тобой сейчас берем. Раскраиваем туши двух этих здоровяков, залазим в них и идем как ни в чем не бывало. А, типа они на нас это, да? Они нас не поймут, что там мы. Нет, но они же охотятся на мозги, они просто почувствуют блестящий ум и побегут. А, и великолепную тактическую выручку, да? Ну да. Красиво, прям тут и кинул, конечно. Я так и хотел. Я кинул в проход, Артур кинул в стену рядом с проходом. Все нормально. Все вообще отлично. С тобой этот Дристун бежит. Дристун? Я не знаю, почему я так назвал. Ок. Где я? Че меня спавнят в стены? Все нормально. О, со старым графоном так все клево выглядит. Да. Со старым графоном все видно. И 60 FPS. Вот так вот победим. А шотгун-то со старым графоном тоже победный. Слушай, это даже не старый графон. Сначала вы пройдете. Проблема старого графона в том, что он не такой был. Нет, он.
Он вообще не такой был. Суть в том, что раньше это все было... Она может сюда? Я умер. Я понял, я слышал. Воскреси меня, магией буду. В первом холографон был гораздо круче, потому что он был под SD-разрешение, под старые телеки, и там все это выглядело божественно. А сейчас в высоких разрешениях, конечно, это выглядит вот так вот. Ну, то есть, оно... Я не... Ох, японы, мать. Я не верю тебе. Куда идти? А, я капитана нашел. Как бы. А, круто, а я заблудился. Это капитан? С капитаном мне задача произошла. Ах ты ж, я... Там не только он, но и его друзья. Да, я вижу голову. Человеческих сигналов не зовет. Капитан, он один из них. Мы не можем позволить Владу распространиться. Ты знаешь, на что он способен. И ты знаешь, что он хотел, чтобы мы сделали. Вырвали имплант у него из головы. Ну да, ну да. Он себя не заразил? Все готово, у нас есть код. Нужно идти. Капец, смотри, бошку ему прорвал. Лица нет. Прости, капитан, прощай. Да. Уходим. Так, куда идти? Эти парни такие, это негуманно, мы его убили, мы вас покончим. Вот это вот гуманно, да? Ага. Ох, слушай, блин, я быстрее в него выстрелил, чем он меня ударил, я мертвый. Я жив. Ну я как бы на тебя и надеюсь. Нет, ладно, все. Быстро, мертвый, сексуально. Был. Хорошо, нам нужно вернуться куда-то там, давайте бежать к шаттлу. На корабль нужно вернуться нам. Это на самом деле будет финальная часть игры, насколько я знаю. За мной? А, нет, я не знаю даже, где ты. Ну ладно, я все равно в тупик пришел. Вашу мать! А хотя, знаешь, нет, нет, я нашел проход и здесь нет, тут не выжить вообще. Вообще нет. Они продолжают набегать, у меня две жизни. Ты там живой? Нет. Супер. Три. Вау, вау, вау! Один. Что происходит? Ноль. Смотри, кто я жив? Просто через взрыв так пробежал, что вообще не понял. Нахер пошел. Куда-то бегу, куда ты? Тупик. Дрисни, япономать. Мастер. Они тентаклями. Куда-то бежал. Мастер в коридоре все нафиг посылал. По-моему, ты мне указал неправильную дорогу. Да, она неправильная. О, я господи, что ты меня пугаешь? Чего ты стреляешь в меня? Это ж я. Я свой. с перепугу. Это же дробовик. Куда идти-то? Назад. Follow me. Здрасте. Как? Куда? Куда что делать? Вау! Куда я упал? Куда я упал? Я умер. Я тоже. Я вообще что-то перепугался. О, нет. Да пошла ты! Джека бомбит уже. Да, это у меня бомбит, у меня не бомбит. У меня не бомбит. Да у вас у всех бомбит. Пипец, это взрывалось. И я, главное, почему-то кричал, хотя я уже мертв был. Да. Это, наверное, эхо было. Конечно. О, нет, граната. Ты, кстати, заметил, что маленькие, они постоянно хватают гранаты? О, черт, как меня убили? А, черт. Ну, что-то такое. А что ты стоишь? Отлично. Я терминал открыл. Все вовремя. Ачивку дали. Ну да. У тебя там КТ еще что-то имеет сказать. Да. О, я живой, на удивление. Так, ну что, надо прорываться. Они там сами друг с другом пусть воюют пока, умрут. А дальше мы их добьем, давай так. Они набегают, с обеих сторон набегают, надо прорываться. Так, слышу, здесь прямо. Прорываемся. А, закрыто. Нет, еще прямо. Не, направо, потом. Да-да-да, направо и прямо. Ну, направо, налево. Налево?
потом направо. Но здесь других поворотов нет, как бы. Потом налево, и потом огромный зал, где нам раздают вообще пипец. Жизик нет, три жизьки. Ты мне сделал одну жизьку, не делай мне одну жизьку. Жизьки? Да какого хера, как она попала, я за стеной стоял. Ох уж эти иглометы. Живи, живи, Джек. Слишком много врагов. О, слушай, а со старым графоном красив что-то? А, нет. Так, ощущение, что нам? Отлично. Хватай один из этих банши и беги отсюда. Они шли... Так. Вон, вижу. Ты видишь банши, где они? Да, внизу стоят, я умер. Не прыгай вниз. Найди лестницу. Так лучше по этажу прыгать просто. Я-то просто так, типа, Я валю нахер отсюда. Он валит нахер отсюда. А как же я? Да вот, два вылетело. Это было так просто вообще. Там звуки такие, что, короче, настоящие наши тела, которые остались на корабле, сейчас ловят просто. Короче, это было эпично. Но в следующей серии мы уже, не знаю, возможно, даже закончим игру. Потому что... Нет, мы не закончим, мне кажется. Не, как мы играем, мы ее не закончим, да. Да, так вообще пипец могли уже, бы, наверное. Сложнота пошла. Ну, в общем, мы... О, Water. Не, игра херенная все-таки. Сколько лет прошло? Геймдизайн, конечно, уже откровенно устарел. И если бы мы играли тупо по атмосфере, это было бы очень скучное прохождение. Не, по задумке-то мне вот все нравится, как тут выглядит, сделано. Ага. Ну, типа, одни и те же коридоры, конечно, да. Ну, это копипаста от Банжи, она и во второй части. Во второй части даже еще больше такого, готовься. В третьей части, уже этого нет. Четвертая, это уже другие люди делали, и там уже другая атмосфера. Ну, тоже неплохая игра. Ну вот ODST мы с тобой проходили. Жалко, что в эту подборку не включили ODST и Reach. Тоже охеренные игры. Ну, это типа через год там Halo Master Chief Complete Collection. Это Xbox 2 выпустят. И Halo Super Ultra Master Chief Collection Ultra Edition Hardcore. Штука развалится на части, выдержит. Мы не справимся, мы справимся. Вверх, вверх! Ну я за рулем, что скажешь? Ну да. Ты это специально сделал, верно? Да, и мы через сопло, короче, сейчас пойдем внутрь корабля. Но не сейчас, мы пойдем уже в следующей серии. И тут такой достаточно эпичный вид, надо сказать. И Джек сейчас упадет? Ну, упадешь, куда же он двинется? Это же Джек. Короче, в общем, увидимся в следующей серии. Будем пытаться... Всем пока. Ha 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 ha.